Во время царствования Ирода Антипы регион постепенно поглощается Римской империей, вплоть до тотального ее контроля, осуществленного при последнем иудейском монархе Ироде Агриппе, 44 год. В 66-м вспыхивает восстание иудеев против Рима, которое завершается в 70-м году падением Иерусалима и разрушением храма руками Тита. Иерусалим был восстановлен Адрианом как Элия Капитолина после репрессий 132-35 годов. Уже в 106 году Траян аннексирует Набатейское царство и создает новую провинцию – Аравию, включающую в себя большую часть территории на востоке от реки Иордан.